Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем с вами выживание на этой недружелюбной планете. Так, Джеку я поставил исследование антибиотиков в срочном порядке, потому как Эмбер у нас рана от шипа, ей нужны повязки и пневмония. А, это иммунитет у нее, да? Рана от шипа, Легкие пневмонии. Значит, не у нее. Левая ступня нужна повязка. Но повязок мы сделать не можем в данный момент. Повязки вот так вот сделаем. Тут нам надо сделать. Что нам надо сделать? Да ничего нам не надо сделать. Так, давайте ускоряем, чтобы Джек быстрее изучил. Эмилин, пока у нас тут все плохо. А, ну у тебя стройка стоит. Так. Так, сбор создания у тебя тоже стоит. Ну, в принципе, да. Ну, тогда ничего не сделаем. Она пошла строить столбы, да? Долго мы с вами тянули до антибиотиков, все, у меня руки не доходили. Ну а потом у нас вообще изучение встало, как вы знаете. Производство антибиотиков. Бак для ферментации. Да. Из дерева. Его пофиг где ставить, в принципе, или нет? Вот в чем вопрос. Давайте здесь два. Бака поставим. Джек продолжает исследовать. Хотя нет, не продолжай. А кто тебя выпустил? Непонятно. Так, давайте управление действия Джеку тогда, как всегда, рутина, стройка, охота. С урожаем он не дружит. Рубка. Скотоводство, фермерство, утиль. Добыча. Ну, готовит так себе, но ладно. Создание. Питье. Сбор. Ну и доставка, да? Так, давно я хочу переставить вот этот вот аккумулятор. Таким образом надо сделать. Так, ферментация, антибиотики. Давайте 20. Переставил, отлично. Ни хрена себе ты стрелять. Красавчик. Я подумал, кстати, вот эту всю сеть наших столбов мы можем, в принципе, сделать на один рубильник, чтобы включать-выключать. Хотя зачем включать-выключать, тоже непонятно, да?
принципе, есть и есть. Так, Уимбер, как состояние? Пневмония, иммунитет. У тебя как? Левая ступня. Плохо, рана от шипа. Ну, сейчас выспится, проснуться. Я думаю, что антибиотики сделают. Покормили лежачих, да? Да, антибиотики пошел делать, отлично. Она пошла делать их, по крайней мере. А что у нас? Не все на складе. Кстати, мы не доделали с вами склад. Антибиотики долго делаются. Но сделается сразу 5, да, насколько я понимаю? А тут... А, ну пока ничего не можем, ни алкоголь, ничего. Просто антибиотики. Давайте и тут сделаем антибиотики. Нет, просто 10. 20 также. Пусть будет 20 антибиотиков. А тут поставим антибиотики до... До 20, чтобы были у нас. Так, а как нам сделать повязку? Целебную мать исследует. Ткань сена. У нас есть сено? Есть. До 10. А, у нас есть ткань. А у нас все есть, кстати. А почему не делаем тогда? Верстак. Создание предметов. Это же, да, насколько я понимаю? Давай. Займись созданием. Новый ресурс — антибиотики. Отлично. Лечить пошел. Молодец. Вылечил. Теперь нам нужны повязки. Одну поставили на ноги. Уже хорошо. Но повязки никто не делает. А, интересно, интересно. Эмбер на восстановление. Катина в отличной физической форме. Ну, хорошо, хоть так. Почему не делаются повязки? Вот этого я не понимаю. Давайте еще раз попробуем. Растительная кожа. Наличие 30. Ожидает сырье. Ну что ж, нам тогда надо заняться...
действиями наших людей, исследование у всех пусть будет стоит, изучение. У тебя не надо? Так, у тебя три. У тебя дофига заданий, в принципе. Наконец-то Джек пошел делать. Ткань, значит, все у нас хорошо. Одежда, свитер. Это здорово, конечно. Повязки-то вы сделаете. Например, до 20 штук повязок, чтобы было всегда. Новый ресурс кекс сделали. Так, ну тут вроде все хорошо. Ты необучаемая собака, да? Обучить. Это как понять? Изучение дерьма никто не занимается, да? А, изучили? Ну, ладно. Молодцы тогда. Давайте смотрим по одежде, что у нас. Плащ. Плащ. Свитер. Свитер. Плащ у тебя есть. Ну, вроде хотя бы переодеваются. Так, с этими проблемами у нас вроде решилось. У нас осталась задача как-то решить проблему со созданием всего. И с исследованием. И изучение у всех пусть стоит. Так, нам надо самца вот этого приручим. А у него возраста нет, да? Так, еда это, конечно, хорошо. И надо вот... Ты у нас кто? Ты у нас самка. Самка, самец, приручить. Собак нету пока, да, не вижу. Этих только охотятся. Успешно приручено. Ввести. Вот сюда. Джек начал заниматься шитьем, что очень хорошо. У нас появляются антибиотики, значит, теперь-то заживем. И нам надо мясо, по идее, для собаки. Давайте вот на этого поохотимся.
Приручение удалось. Видео, ты где-то его ведешь? Вот этот. Нет. А, приручение не удалось. Самца. Самка. Самка. Самец. Самка. Самка. Ты кто? Тоже самка, тоже самка. Самец. Давай вот этого приручим. Так, ну все, дело пошло, только с изучением пока что как-то плохо. Котина не хочет изучать, ни черта. Так, почему ты не хочешь ничего изучать? Иди, изучай как не в себя. А вот так, вот тут, вот так. А вот тут вот так. Ну, вставай. Чё ты там ешь? Мясо ест, ну, пусть ест. Так, простуда, ну. Простуда это легко. Приручение не удалось. Странно. Так, пока мы здесь, я думаю, нам надо сразу же вот это вот разобрать, потому что это уже прошлый век. Такие печи. Давайте. Плащ, плащ. У этого пока броня. У тебя плащ. Отлично. На тебе шапку. У тебя есть шапка. На тебе шапку. И тебе шапку. На футболку. Теплые штаны себе возьми. И футболку возьми нормальную. Беруши тоже можешь взять нормальные. А вот с ботинками пока проблема. Вопрос. На засыпку. А почему котина не занимается изучением? Что у тебя не так? Котина, ну давай как-то это. Так, эти разобрали, да. Свет и тепло.
обогреватели сейчас везде бахнем. Чтобы было вам тепло. И будет счастье у вас. Приручено. Котина, нет занятия. Вести. Вот сюда. Веди. Тут у нас драка. Тут. Вот эта драка. Тут. Верхний Ульфин. Тут. Нижний Ульфин. Тут, соответственно, собака. Все. Изучить. А она пошла спать, котина, молодец. Нафиг, говорит, мне его изучать что-то. Простуда, усталость. Выжившего злит Джек. Че он тебя злит? Он делает все. Так, навоз. Деревянное укрепление. Так, нет. Ворота нет. Нет. О, вышка. Ремонтировать. Давайте летающие рептилии околь охотятся эти разделы. Для собаки нам нужна такая еда. А этого вы приведете уже сюда или нет? Котина, опять нет занятий. Почему? Непонятно. А, изучение новых видов, исследование. Давай вот так. Не то поставил тебя, котина, прости, я тупил. Все. Сейчас как пойдешь у нас исследовать все, и будет у нас счастье. Целебная мазь исследовалась, отлично. Дальше у нас производство масла, так, потом это, один день долго. Давайте уже вот это, аптечки. Ну, как бы это надо и как бы не особо. Вот морозильник нам пригодится больше пока что, я думаю. Производство масла мы открыли. Растительное масло. Отжимайте зерно и получайте масло. Давайте сделаем 30, например, масла. Зерна у нас, слава богу, дофига. Да, и таблеток теперь у нас, антибиотиков дофига. Дело зашевелилось, так сказать. Все довольны, счастливы. Активная цепь 1.
исследована засолка. Маринованные овощи можем делать. Давайте 30. До. Ну не до, до 20, чтобы делалось. Так, агрессивные животные. Что у нас новое появилось? Дизельный генератор. Производит электричество. На всякий случай вот сюда вот его бахнем. Дикие животные где? Вот здесь, прям недалеко. Ну ладно, пока не нападают. Как всегда, ночью сейчас нападут. Животных мы лечить теперь можем, соответственно. Пошло нападение, погнали. Джек, воробей. Джек может отсюда вот отстреливаться хорошенько. Так, Эмбер, давай сюда. Эмилин, давай сюда. Акатина, давай сюда. Хоп-хоп-хоп, расселись быстренько. Вот Джек-то как хорош. Двое остались. Джек и Эмбер. Вот сюда быстрей. Молодцы. Все. Идите домой. Мы здесь изучить. Скоробей разделать. Что надо чинить? Починить. Так, я с вами понял, знаете что? Что у нас не хватает вышек вот здесь. В принципе, стоят они копейки, да? И вот здесь, например. Или лучше вот так, потому что они оттуда чаще нападают. Соответственно, вот сюда нам тоже надо сделать. Вот так. Вот так. И будет все у нас шикардосно. Скотина пошла, как все делать. Недостаточно материалов на что? На это я знаю.
У нас еще не исследовано даже нифига. У нас просто чертеж стоит и ждет. Выключи его нахрен. Он не должен пока работать. Где-то недалеко было. Ну, да, рядышком, в принципе. Упало. Так. Вот это разобрать. Но это они достроят. Наука. Воздушный шар. Мы наконец-то можем исследовать. Ух ты, нифига ж ты какой большой-то, а? Давайте где-нибудь вот здесь его поставим, чтобы не мешался. Так, тут у нас как идет? Наличие 81. Что-то перебор. Антибиотики давайте поставим до 20, чтобы были. Так, исследовано морозильник. Вот это я ждал. Но нам нужны микросхемы на него. Морозильника у нас будет 2. Вот так вот. Так, соответственно, что нам надо? Соответственно, нам надо исследовать. О, у нас исследования пустые. Так, создание электроники. Сразу же тогда идем. Электрические плавильни. Что еще у нас важного? Важного. Автоматические турели 5 дней, но это того стоит, я думаю. Экранирование. И аптечки. Вот так вот. Я думаю, что это важно. В данный момент. Тут еще не достроили, да? Но мы всегда можем рубануть чуть-чуть вот здесь. А что у нас с Джеком неожиданно? Внимание. А, ну, ему антибиотик дадут, и все будет хорошо. Ветряк неисправно. Чинить срочно.
пропавшая спасательная капсула. Вдалеке упал объект, напоминающий спасательную капсулу. Вдруг не находятся выжившие. Открыть экспедицию «Упавшая капсула». Так, а как мне пользоваться шаром-то нашим? Экспедиции. Исследование. Упавшая спасательная капсула. Время в пути 4 часа. Ну, давайте Джек здесь, наверное, останется. Хотя нет. Останется здесь. А, это кого отправим, да? Давай, Эмбер. Да, пусть идет. И как она полетит сейчас, когда проснется, видимо, да? Давайте ускорим время. Просто интересно, как это работает. Как у нас в доме погодка? Плюс 20. Шикардос. Тут 11. Надо поставить тут тоже обогрев. Это надо разобрать. Так, вот здесь поставить. Например. Вот здесь поставить. Например. Ну и сейчас эту разберут. Так, а вот и Эмбер, кстати, стоп. Посмотреть, она что, прям полетит на шаре, да? Ест, главное, смотрите, по дороге. Да, она улетела в экспедицию, понятно. Ну, круто. Молодец. Так, и обогреватель. Вот сюда. Сейчас завершится экспедиция. В принципе, 4 часа это недолго. Посмотрим, будет ли у нас новый выживший. Если да, то придется что-то как-то переделывать. Экспедиция завершена. Слишком поздно. Неподалеку от места крушения лежит изувеченное тело. Похоже, на этого человека напали. Надо убираться оттуда, пока нападавшие не вернулись. Так, надо похоронить беднягу и поискать припасы. Давайте рискнем. А где смотреть, что и как проходит в экспедиции? Вот в чем вопрос. Так, но у нас все равно микросхем не будет, пока Катина их не изучит. Оп, вернулась и привезла что-то. Приносит микросхемы, видимо, да? Нет, это не микросхемы. Это электронные детали. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас с вами получилась. В принципе, мы довольно-таки неплохо продвинулись с вами по развитию, я считаю. Производство
мы все сделали, которое нам надо. Свет, тепло мы сделали. Досуг у нас есть. Так, мебель. Свадебная арка. Прекрасное место, где помолвленные и выжившие могут обменяться клятвами. Ну, это такое себе пока что строить. Стул, металл можно сделать. Прочность 60, прочность 40. Но металла у нас 4 всего. И за металлом я не знаю пока, куда идти. Ну, разбирать капсулы, в принципе, да? Больше делать нечего. Так, по исследованиям. Так, по жилищу здесь все понятно. Дверной проем. Дерево, металл, металлолом. Лестница. Лестница, пристройка, балкон. Ну и все остальное. Устройство без питания. 29. Это из-за чего случилось? Из-за того, что сломался этот? Ну да. О, питание пошло. И опять вырубилось. Нам надо, чтобы срочно кто-то починил. Ну, естественно, ночью все лягут спать. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Также не забывайте про ваши комментарии и королевские лайки под этим видосом. А я, соответственно, обещаю всем на все ответить. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!